Сегодня мы будем проводить юстировку и настройку искателя. Настройку искателя лучше проводить в дневное время. Для проведения юстировки нам понадобится чеширский окуляр. Направить телескоп лучше на светлый объект. Сегодня ясная погода, мы направим на небо. Юстировку можно проводить и в домашних условиях, используя осветительные приборы. Юстировочный окуляр необходим для того, чтобы обеспечить совпадение креста на юстировочном окуляре с крестиком на вторичном зеркале и кружком на главном зеркале. Вторичное зеркало должно находиться ровно посередине. Если это не так, необходимо его отцентровать. При необходимости положение главного зеркала регулируется с помощью юстировочных винтов. Юстировали, теперь можно наблюдать за объектами. Для того, чтобы настроить искатель, возьмем окуляр 25 миллиметров. Далее направим окуляр на объект не менее 500 метров. Настраиваем таким образом, чтобы данный объект находился посередине нашего объектива. После этого можем приступить к настройке искателя. Для этого открутим винты, чтобы искатель свободно ходил в держателе. Данный объект должен быть посередине объектива искателя. Все, искатель настроен.